Отже, ми продовжуємо кавову тему із нашим експертом Валерієм Самборським. Сьогодні я нагадую, що вам необхідно просто пам'ятати наш номер телефону 76-92-42, тому що ми будемо розігрувати смачний, дуже смачний? Так. Дуже смачний приз від нашого експерта 76-92-42 і чекайте від нього запитання. Але сьогодні ми будемо створювати щось неймовірно смачне. Так, да, сьогодні ми будемо готувати аналог кофе глясе, который, ну, наверное, все знают, но я уверен, что его мало кто готовит правильно. Потому что есть, в принципе, рецепт несложный, но есть определенные нюансы, которые надо соблюдать именно в классическом кофе глясе. Сейчас кто-то скажет, ну что там ты до кава глясе? Взяв каву, набовтав туди морозива, перебовтав і смакуєш, особливо влітку, а може і взимку, згадуючи про літо. Ну, в принципі, воно так і є. Тобто, це такий чисто простий домашній рецепт, но, але є... завжди є але. Так, да, завжди є нюанси, і в нашому випадку ми будемо готувати не класичні глясе, а, потому что это французское изобретение, а мы будем готовить аналог глясе, только в восточном исполнении, потому что мы, ну, готовим кофе восточный, да, и, в общем-то, будут такие тоже восточные нюансы, которые, ну, украшают и добавляют пикантности и вкусу ну, этому кофе. То есть у нас он называется не глясе, а мы его называем торнадо. Почему торнадо? Потому что, ну, почему торнадо, да, потому что вот у меня вот есть вилочка такая, да, специально, ну, она не специально, но вилочка, то есть вот, возможно, у нас получится даже торнадо, потому что когда оформляется этот кофе, то есть он так очень похож на торнадо, и плюс у него такая составляющая, ну, скажем, крутая. Вы так круто розповіли, що вже хочеться побачити і відчути на смак. Да. Ну що, ну, давайте, ми почнемо готувати, да, а потім уже зададим вопрос. Итак, ми сьогодні з новим чудом техніки, да? Так. Вот. Так, вот у нас турочка, да? Мы в первый раз готовим уже такой с классической турочкой, как бы с настоящей практически. Так, засыпаем кофе наш. Кофе берем не итальянский, а турецкий, чтобы он у нас был густой. Це теж важливо пам'ятати. И с пенкой, конечно, потому что иначе у нас торнадо не получится. Турецкий кофе готовится с сахаром сразу же. Засыпаем и... ставим в нашу чудо-машинку и нажимаем кнопочку. Гроза для диеты, але дуже смачно. Кстати, нет. Вот, ні. По поводу диеты, да, смотрите, значит, все восточное на самом деле, оно сладкое, вроде бы калорийное, но в то же время оно на фигуру минимально, ну, влияет. Понятно, что какие-то калории они всегда влияют, но это не так... проблематично, как вот, допустим, традиционная европейская кухня, там те же конфеты, там торты и так далее. Вот, кстати, тот же самый для, ну, торнадо, его рекомендуют употреблять и, ну, пить именно не с конфеткой там прикусочку, да, а с халвой. С халвой, тоді максимальный эффект. Максимально вкусно и максимально витаминно, я бы так даже сказал. Почему? Потому что, как ни странно, но халва, несмотря на ее там сладость и достаточную калорийность большую, да, она является, она очень-очень полезный продукт. И опять же, это восточное изобретение, да, халву изобрели в Иране, да, лет 200 назад. Поэтому там практически вся таблица Менделеева находится в халве. Ну и в кофе, который правильно заварен в турочке, тоже очень много витаминов. Я, ну, уже думаю, люди, наши зрители это понимают, и вы уже тоже должны это знать. Единственное, что у нас в данном случае добавляет неправильных углеводов, это мороженое. Но оно вкусное. Але смачно. Ну что, Валерію, халва нашей программы в чем? У тому, що ми можемо залучити до спілкування наших глядачів. Поки у нас готується наша кава, наше торнадо тільки набирає силу, можна поставити запитання і почути відповіді. Ти бачиш, що наші глядачі вже готові відповідати. Так, да, вони вже знають відповідь. А ми ще запитання не поставили. А у нас часто так буває, люди вже відповідь знають, тому ще вопрос не задавають. Ну, давайте. Так, а у нас є телезрідель? Звичайно. А, или мені треба спочатку вопрос задати? Задавайте запитання. Хорошо. Итак, вопрос сегодня следующий. Как я в прошлой передаче обещал, у нас вопросы простые, даже легкие, но на внимательных и преданных зрителей. Итак, у нас уже есть такой. Да. Итак, в прошлой передаче мы готовили кофе Меликано.
Вот мне интересно, кто запомнил, из чего готовится кофе Меликана? У нас є дзвіночок, у нас є глядач. Зараз дізнаємося, наскільки він був уважним. Алло? Алло? Доброго ранку. Доброе утро. Як вас звати? Мене зовут Маріна. Дуже приємно. Ви взагалі в житті уважна людина? Ну, да. А каву любите? Да, люблю. Ви знаєте відповідь на запитання нашого поважного експерта? Да, готувалася кофе американо 50% зеленого і 50% чорного кофе. Да, тільки це не американо, а меликано. А, извиняюсь, не скажилася. Да. Але приз заробили? Да. Ну, рецепт, то есть ответ правильный, в принципе, да. Слухайте, можемо ми ще й до приза, до солодкого, смачного, ще й видати якесь почесне звання, наприклад, «Щербет нашої душі», ми ж в східному варіанті. Ну, пусть буде так, «Щербет нашої душі» Маріна виграла мішечок з кавою. Оставте свій телефон, вам розкажемо, як його отримати. Мариночко, залишайтеся на зв'язку, дізнайтеся, як отримати свою торбинку кави. Дякуємо вам за уважність і успіхів вам і надалі. Легкого понеділка. Да. Вже людина собі легкий понеділок створила сама, а ми створимо зараз Итак, торнадо. У нас приготовився кофе. Що ми робимо? Виливаємо його в чашку. Добавляємо. А що ж ми додаємо? Корицю. Ось так. Да. Ну, здесь по вкусу можно. Так, це такий трухливий. Да, і тепер очень такой внимательный момент, важный. Надо правильное количество мороженого. Вот, я это примерно вот столько. Правильна кількість морозива, це здається побільше. Ну, нет. Ну, его можно потом съесть, конечно же, да, нужно даже съесть. Но в данном случае нам надо... Чтобы добро не пропадало. Да, нам надо, чтобы была такая где-то на палец приблизительно оставалась, скажем так, пенка из мороженого. И сверху этой пенки ее надо будет смешать с пенкой, которую нам дал, ну, дал кофе. Для этого нам надо подождать, пока растает мороженое. Его желательно в этот момент не трогать. Прохання не турбувати. Да. Вот. А ви ще можете мені щось спросити, поки воно розтає. А який ваш улюблений вид морозива? Пломбір за 20 копійок. Жовтенький такий був коли-то. Кави. Згадала бабця, так, як дівкою була. Да. Зараз теж багато смачних видів морозива, аж очі розбігаються. Але все ж таки, яку каву ви робите? Вранці, чи ввечері, чи в день? Або в зависимості від часу. От у мене вдома така машинка є, і така машинка є, да, як у нас звичайно стоїть. Тобто, на що є время. Если времени не так много, я просыпаюсь. Ну вот вы видели, как быстро это делается. Беру турочку, насыпал классику, нажал кнопочку и по своим делам. Если у меня есть романтическое настроение, можно... Час и натхнение. Да, и время для этого есть. Вот теперь мы... Да, оно еще не растаяло. Не хочешь. Но оно... Да, чуть-чуть, да. Що нам у нас попереду? Який, я так розумію, якщо це торнадо, то повинно все вирувати в чашці, правильно? Ну, вирувати в чашці воно не должно, тому що іначе ми всі будемо кофе. Це ж не удобно і не естетично, да? Естетично, верніше. А вообще, как бы, корица дает витамины, кофе с витамином. Если это в прикуску с халвой делать, то опять же витамины, да? То есть это дает много энергии и, в общем-то, выпивая такую... А, ну и плюс мороженое, он ну, еще более делает кофе уже не кофейным, а таким больше как коктейльным, молочным, да, таким, с таким вкусом. Соответственно, мы зарядились этим всем энергией, на позитиве идем совершать добрые дела. И починати понеділок легко. Ну, особенно понеділок, да. Ещё это... Для понеділка підходить ось цей напій? Чи це для п'ятниці, для суботи? Ну, ви знаєте, це вже зависимо від настроєння чоловіка, скоріше всього. У нас, слава Богу, рецепти, от ми скільки вже за другий сезон почали, да? Я уже сбился со счета уже, сколько мы только кофе не делали, и его еще есть что делать. То есть это говорит о том, что под любое настроение, под любую погоду, под любое, ну, все на свете, можно себе приготовить кофе, было бы желание, время. Единственное, что, за что я ратую,
чтобы кофе был качественный, хороший, а не ну, то, что очень часто можно там увидеть в рознице в магазинах. Так, нам видно кофе сверху? Вот он, сейчас я его буду так, делать, зараз пробовать делать. Давайте торнадо. Трошечки посунемо камери, щоб наша камера могла вловити цей процес, так? Правильно? Значит, ну, для зрителей говорю, вот, когда растает мороженое, оно что-то у нас долго не хочет таять. Хорошее мороженое. Хорошее мороженое, кстати, да. То есть нам надо вот так вот вилочкой взять, ну, немножко не получается, потому что оно не растаяло. Ну, как там, для экономии времени, да? Так. Все равно его сверху не видно. Не, нам все видно. Там Галина скажет, сейчас она это попробует. У нас працює камера, дивіться, як все добре видно. Видно, да? Так. Ну, видно, как я его тут. Трошечки торнадірую, побовтали, щоб з'явилася пінка, морозиво розтало, і на виході ми отримуємо каву. Да. В ідеалі він должен бути похож на торнадо, такий закручений, ну, у нас він не сильно вийшов. Я думаю, вдома, от, кстати, буде інтересне розвлечення, натренуватися. У мене виходить вилкою. Дома, коли без спешки сидиш собі. Кстати, ще один із варіантів медитації. Так. Так що... Прошу вас. Гарна музика. Смакуйте, он уже не горячий. Смакуйте. Вже не гарячий. Да, і скажете. Пам-пам. І ніби опинилася десь у Туреччині, на сході. Да, правда, смакую. Вкусно. Так, дуже смачно. Вийшла сьогодні перший день з відпустки, і вже знову можна збиратися. Халви не успів купити. Нічого, у нас ще все попереду. Ну, у вас вот, да, в принципі, все остається. В обід можете, кстати, от хороший халву нужно їсти на протяжении дня, да, і з зеленым кофе, он даже очень вкусная халва получается. Так, дуже смачно. Так, дякуємо вам. Ви справжній експерт з кави, да. Даруєте нам такі приємні і смачні хвилинки в нашій програмі. Вот он уже на торнадо, видите, похоже, закручений. Так, навіть закручений, як торнадо. Дякуємо вам, шановні друзі, смачної вам кави. И легкого понеділка. Ваші побажання сьогодні нашим глядачам. Всем удачи. Щоб все було у всіх хорошо.